Как законно избавиться от долгов перед банком или приставами, не заплатив им ни копейки? Или как уже сегодня стать свободным от кредитов? Здравия, мой друг! Вы удивлены? А знаете ли вы, что на самом деле вы ничего не должны банку? Знаете ли вы, что никакого кредита не существует? Это обман банков. А сейчас вы вообще упадете со стула, узнав, что на самом деле, когда вы берете кредит, то именно вы кредитуете банк, и он вам должен платить. Сегодня для вас судьбоносный и счастливый день, так как после просмотра этого ролика вы больше ни копейки не заплатите ни банкам, ни приставам. И это все абсолютно законно. Если у вас потребительский кредит в банке, ипотека или автокредит, если вы не можете платить и вам угрожают коллектора, или был уже суд и дело передали приставам, то в любом случае вы больше никому ничего не должны. И я вам это официально заявляю и докажу. Как такое может быть? Все на самом деле просто. Я знаю то, что не знают практически все юристы, не говоря уже про вас. Подойдите к любому юристу Российской Федерации и спросите его: «Я брал кредит, скажите, я должен банку деньги?» Что он вам ответит? Конечно, да. Тогда задайте ему второй вопрос: а как, изначально считая меня виновным перед банком, то есть если я не плачу или не могу платить кредит, вы сможете мне помочь? Юрист ответит, что будет представлять ваши интересы в суде, остановит процент и даже постарается снизить сумму долга перед банком. Допустим, вы должны были банку 600 тысяч рублей, а с его помощью будете должны 400 тысяч рублей. Классно? Да нет же. Что изменится? То есть вы как были рабом банка, так и остались, и будете еще много лет выплачивать свой долг. А теперь подойдите с этим вопросом к правоведу. Что он вам ответит? Именно вы кредитовали банк, и именно он вам должен. Теперь вы понимаете, кому надо идти. Давайте знакомиться. Меня зовут Сергей Турков, и я представляю правоведов России. Я сам имел несколько кредитов в трех банках, прошел наезды коллекторов, угрозы банков и беспредел приставов. Но как только я начал процедуру раскредитации с помощью правоведов, все банки от меня разбежались, как черт от ладана. И теперь они меня боятся, а не я их. Почему? А вы разве не знали, что ни один банк не имеет лицензии на право выдачи кредитов? Что банки, не зарегистрированные в налоговом органе, не платят никаких налогов в нашу страну вообще, и за ваш кредит в частности? Что ваш кредит находится у них в статье «Доход», «Актив», а не «Расход». А вы знаете, что он вам выдает в виде билетов Банка России? Вы скажете: «Деньги?» Нет. И скоро вы узнаете, что это. Я обучился на правоведа, и сейчас мы переобучаем юристов. На сегодня мы не только возвращаем свою страховку у банка в двойном размере, но и заставляем банки платить нам. Ведь если вы платили по кредиту, то вы являетесь инвестором, и за ежемесячные вклады ваших кровно заработанных денег банк должен платить проценты. Мы не антиколлекторское бюро, которое урезает кредиты и возвращает комиссии. Мы единственные в России, кто полностью обнуляет любые кредиты и ипотеку. У нас нет конкурентов. 100% это реально. И не путайте банкротство физических лиц. Это очередная ловушка системы. На сегодняшний день разработана уникальная технология, которая гарантирует законное освобождение от обязательств перед банками, судами, приставами и ЖКХ. Представьте, что вы живете свободной, независимой жизнью. Все деньги, которые бы вы платили банку, остаются в бюджете семьи. Вы полностью освобождены от долгов. Сейчас у вас только один вопрос: каким образом? Все это вы узнаете, когда придете ко мне на консультацию. Ничего платить не надо. Мы не проиграли еще ни одного дела, и я покажу вам все выигрышные дела и отзывы огромного количества людей, которые вышли из кредитного рабства. Вы ничего не теряете. У вас есть уникальная возможность уже сегодня начать процедуру закрытия своих долгов. Консультация будет проходить по скайпу. Предложение действует только для первых 20 человек в течение суток, так как народу очень много. Поэтому переходите по ссылке, которая находится под этим видео, и запишитесь на консультацию. Сделайте первый шаг к своей свободе от долгов прямо сейчас.